11 ноября во Дворце культуры «Нефтяник» пройдет конкурс «Краса Губкинского». Ожидается, что его участницами станут 7 девушек. Они представят филиалы Удмуртского университета и Муравленковского колледжа, 4-ю и 5-ю школы, Центр «Современник» и студию «Компас» телерадиокомпании «Вектор». Накануне прошло первое организационное собрание с участницами конкурса. В течение времени, которое осталось до начала мероприятия, наши девушки будут готовиться как самостоятельно, так и с нашей помощью, может быть, если она им понадобится, с помощью специалистов централизованной клубной системы города Губкинского. Сегодня вот как раз на нашем первом собрании мы выдадим им одно из заданий. Это как раз конкурс про чтение. Девушки методом случайного выбора возьмут себе отрывок из литературного произведения. Помимо художественного чтения, девушки примут участие в конкурсе «Дефиле», покажут визитную карточку «Секрет обаяния», а также представят концертный номер.